Слушай сюда, аватар. Ты, может быть, одолел всех моих солдат, но мой папа король огня. Так что я тебя поймаю, чтобы я вернулся домой, в мою комнату и спал в моей удобной кроватке. Ты что, не можешь домой пойти, что ли, или что? Нет, мой папа, король огня, сказал, что я не могу вернуться, если не притащу тебя с собой. Так что давай, пошли. Пойти с тобой? Хуй тебе. А, окей. Значит, ты будешь говнюком. Я просто хочу вернуться домой и играть в свою PlayStation 2. Носить свои любимые сапоги. Я чё, много прошу, что ли? Чел. Чё у тебя с зубами? А, как забавно, что ты заметил. Мои зубы кровоточат, потому что я оставил щетку в доме своего папы. Просто купи новую щетку, чё ты? Оу, так ты не только аватар, но и еще и сраный дантист. Вонючий сраный дантист, который не хочет воссоединения отца и сына. Не, я просто не хочу пойти с тобой и откинуться. Откинуться? Мой папа тебя не обидит. Он никого не обидит. Особенно меня. Да, почему ты выглядишь как горелый хот-дог? Потому что я проиграл. Проиграл в чем? В огненной дуэли? Давай так. Если ты со мной не пойдешь, я поцелую твою девушку. Эй, не трогай ее, слышишь? Хе-хе. Прости, аватар. Похоже, твоя девушка теперь моя девушка. Апа, еп-еп. Пора отправляться, карлик. Я тебя еще достану, аватар!